手江湖逍遥，出尔赴征讨，备战天使飞鸟，为赋三千繁华一夕一朝，是作清风洗过世间尘嚣，虚情江湖中逍遥，侠义重云霄，换几烛火映照，万山一指千绕，一声策啸，一袅袅，今朝明朝合照，岁月都静好。Брат Джао, ты проснулся? Я тебя разбудил? Я вчера слишком много выпила. Не было сил вернуться в комнату. Поэтому просто заснула рядом с тобой. Мы спали вместе всю ночь. Брат Джао, я приготовлю тебе похмельный суп. Мань. Давай поцелуемся. А? Эту нефритовую подвеску дала мне мама. Сказала в будущем передать моей жене от семьи Джао. Сейчас... Я даю ее тебе. Клянусь, что бы со мной ни случилось в этой жизни, я буду любить и защищать тебя. Иначе порази меня молния. Не говори о таком ужасе. Так ты согласна? Я сейчас же найду господина, пусть он поженит нас. Жди здесь. Дождись меня. Я выполнил ваш приказ и присмотрел за Сяомань. Она не уходила. Она вне подозрения. Но вчера убийца появилась снова. Боюсь, нам рано еще расслабляться. Все равно это не Сяомань. Я могу за нее поручиться. И каким образом? Мы с ней были вместе всю ночь. Неотлучно. Моя невеста невиновна. Я сделал предложение, Сяомань. Хочу жениться. Я еще не снял с нее подозрения. Пристав Джао, мы с тобой оба чиновники и должны быть объективными. Господин, а если бы на моем месте были вы, и эта ваша жена пострадала бы от несправедливости, вы и тогда были бы так же безжалостны. Неважно. Я никогда не одобрю этот брак. Пристав Джао, если ты настаиваешь на своем, тогда сними платье чиновника. Подчиненный Джао Минли умоляет господина засвидетельствовать брак. Подчиненный Джао Минли умоляет господина засвидетельствовать брак. Подчиненный Джао Минли умоляет господина засвидетельствовать брак. Подчиненный Джао Минли
умоляет господина засвидетельствовать брак. Подчиненный Джао Минли умоляет господина засвидетельствовать брак. Господин, подчиненный понимает. Понимает. Я подаю в отставку. Проведя столько церемоний, я впервые так нервничаю. Моя манер. На этот раз брак настоящий. Ты так долго была рядом, а мне нечем отплатить. Эту шпильку в виде орхидеи я дарю тебе. Приготовила для твоей свадьбы. Думаю, что сестринская любовь между нами дороже и крепче золота. В будущем, Мань, ты станешь женой и матерью, поэтому береги себя. Глава. Это я виновата в том, что между тобой и Шао Цинем произошла размолвка. Не говори ерунды. Сегодня день твоей свадьбы. Ты просто заботься о своем муже. И думай, как потом будешь вкусно есть и пить. Зачем это? Глава, ты вырвала Сяо Мань из лап смерти. И дала мне возможность жить своей жизнью. Отныне Сяо Мань не сможет быть рядом. Этот поклон считай моим прощанием с тобой. Манер здесь. Идет, идет. Красавица. Да. Да от нее глаз не отвести. Очень красивая. Пристав Джао, сегодня я доверяю манер тебе. Если Маньер в будущем вернется и скажет, что ты обидел ее, поверь, тебе не избежать смерти. Не волнуйтесь, госпожа. Я не дам Маньер повода. Настал благоприятный час. Да, да, верно, верно. Давайте подождем. Может быть, господин скоро придет? Не стоит. Вряд ли он придет. Тогда кто засвидетельствует брак? Верно, что же делать? Я могу. Глава, вы из семьи невесты и к тому же замужем. Вам нельзя. Да, глава, это противоречит правилам. Что нам делать? Где найти свидетеля? И что же теперь делать? Упустим время. Я пришел. Господин. Спасибо, что стали нашим свидетелем.
Пристав Джео наконец нашел себе любимую, я должен порадоваться за тебя. Вы больше не сомневаетесь, Сяомань? Убийцу пока не поймали. Сяомань все еще под подозрением. Однако ты спросил меня, будь я на твоем месте, был бы столь же безжалостен к своей жене. Я правда не могу ответить. Но я верю в твою честность. Если окажется, что госпожа Сяомань прямо убийца, уверен, пристав Джао собственноручно ее арестует. Я верю, Сяомань. Она совершенно точно не убийца. Господин, не стоит портить этот вечер. Давайте выпьем. Персиковое вино? Если перепьешь персикового вина, то весь покроешься сыпью. Может, другое возьмем? Какой смысл в еде без вина? Сегодня прекрасный вечер. Почему бы нам вместе не выпить? Еще. Муж, что с тобой? Супруга, ты вчера всю ночь была рядом со мной? Ни на шаг не отходила? Почему спрашиваешь? Просто ответь на вопрос. Ты вчера ни на шаг не отходила? Не пыталась совершить убийство? Я ни на шаг не отходила. Зачем ты врешь? Почему? Персиковое вино. Если я его перепью, вся кожа покроется сыпью. Но вчера я напился, а сыпь так и не появилась. Так что я не был пьян. Ты одурманила меня. Господин не верил тебе, сомневался. Весь мир сомневался в тебе, а я верил. Почему ты солгала? Почему использовала меня? Теперь, когда ты все знаешь, как планируешь поступить? Я пристав уголовной палаты. Поймать убийцу. Мой долг. Здесь мне больше нечего делать. Братец Джао, я знаю, что ты хотел отдать мне свое сердце.
Но я не смею просить об этом. Не могу. Муж мой, прости. Манер. Сяома не правда убийца? Зачем ей этот список? Зачем причинять боль тому, кого любишь? Потому что она не Сяомань, а принцесса Ниншуан из Синло. Я послал людей в родной город Сяомань. Все разузнать. Настоящая Гу Сяомань уже давно была убита врагами своей семьи. А та, кто была с нами все это время, принцесса Синло, которая присвоила ее личность. Так долго. Она водила меня за нос. Но почему она лгала мне? Я все время считала ее сестрой, никогда не давила на нее. Это моя вина. Супруга, просто ты искренна с людьми, готова жертвовать собой, что бы ни случилось. Во всем виноваты те, кто плетет интриги и намеренно обманывает. Я лично поймаю ее, чтобы она извинилась. Господин, принц Нань прислал сообщение. Министр Ло стоит на коленях в поместье принца. Вы должны явиться. На коленях? Что там произошло? Возможно, все из-за того, что барышня Лю захотела замуж за принца. Новость об этом браке широко распространилась по столице. Значит, трудностей не избежать. Ваше высочество, брак с куртизанкой — оскорбление страны. Вы не можете так поступить. Учитель, встаньте. Ваше высочество. Если ваше высочество не вышлет эту женщину из поместья, ваш старый слуга не встанет никогда. Колени, колени. Вы, старики, вечно манипулируете старостью. Правда, думаете, мне нужна эта девица? Не поняли, что меня вынудили это сделать? Ваше высочество. Ли Чань, а ну же выйди сюда. Ваше высочество. Отец, вставайте. У вас больные колени. Оказывается, это ты обманула его высочество. Выставила его полным дураком. Как ты меня назвал? Успокойтесь, ваше высочество. Прислушайтесь ко мне. Почему принц не может жениться на Лю Чинин? Почему вы вмешиваетесь? Что за чушь? Лю Чанин — девица из борделя. Как она смеет замахиваться на принца? Отец, вы бросили мою мать и женились на дочери генерала, посчитав, что у мамы слишком низкое происхождение, чтобы стать для вас хорошей партией. Господин Ло, держите себя в руках перед принцем. Ло Вань-Вань, я взял тебя в свой дом, чтобы ты жила в славе и богатстве. Именно поэтому сегодня у тебя такой статус, а ты осмеливаешься выговаривать мне? Взяли меня в свой дом? Правда хотели защитить или что-то другое? Вы хорошо знали, что делаете. Что ж. Ладно. Убирайся. Мне не нужна такая непочтительная дочь. И мне больше не нужен такой отец. Почему вы все ушли? Ваше высочество, ваше высочество, прислушайтесь к совету. Молю, не поступайте опрометчиво. Хотите стоять на коленях? Так и стойте.
Ваше высочество! Ваше высочество! Ваше высочество! Ваше высочество! Супруга, не злись. Все разрешится через пару дней. Давай вернемся вместе в поместье министра. Не поеду. Он от меня отказался. Я тоже не признаю его отцом. Если отказываешься признавать отца, то почему собственными руками шьешь ему наколенники? Ли Чень, ты шпионишь за мной? Нет, конечно. Ты целыми днями сидишь над этим шитьем. Трудно было не заметить. Я... Ничего. Между отцом и дочерью стычки и ссоры неизбежны. Не воспринимай слишком серьезно и не злись. Хочешь сказать, я никчемная дочь? Ну какая же ты никчемная? Когда отец бросил нас с матерью, мне казалось, я его ненавижу, но я не ожидала, что, встретив его, не буду испытывать ненависти. Моя жена с детства скиталась, и ее сердце тосковало по семейным узам. Хотя тесть ошибся, но если бы он не скучал по тебе, разве пошел бы против семьи генерала, вернув тебе обратно? Кстати, ты в курсе, откуда я так много знаю о твоих привычках? Я несколько раз навещал его. Он бы не раскрыл мне ничего, если бы действительно не хотел этого. И я бы не узнал тебя так хорошо. Принц Нань согласился жениться завтра на госпоже Лю. Наконец-то все разрешилось. Кстати, я едва не забыла. Барышня Лю попросила меня собрать кое-какие вещи и отправить ей. Давай помогу. Супруга, что? Неужели она прячет этот список на себе? К счастью, господин Пяо все предусмотрел. Он понял, что сбежать из столицы будет сложно. Вот и придумал этот неожиданный план. Господин Ло. Господин Ло. Господин Ло. Господин Ло, давай, помоги господину Ло. Быстрее. Ваше высочество, я знаю, где госпожа Лю прячет список. И где же? Она часто использует мази от кровотечения, а на ее нижнем белье были пятна крови. Возможно, этот список вырезан у нее на теле. Идем, найдем ее. Барышня Лю. Слуги, запереть поместье Нань. Здесь убийца. Ваше высочество, стража оцепила поместье. Убийца не найден.
Если его нет в поместье, ищите по городу. Не найдете в городе за воротами. И не смейте докладывать, что вы упустили убийцу. Есть. Ваше высочество, я видел, что западная комната заперта. Позвольте спросить, кто там? Ее отец. Твой тесть. Он потерял сознание, стоя на коленях, отдыхает внутри. Главный секретарь Ло. Отец, вы спите? Отец, в произошедшем виновата только я. Дочь не должна говорить, что не желает знать своего отца. Это вас огорчило. С тех пор, как я вернулась домой, мы с вами так и не поговорили по душам. Я только сегодня поняла, что вы забрали меня к себе, несмотря на сопротивление семьи. Именно вы тщательно записывали все мои привычки и пристрастия, чтобы рассказать мужу. Я была не права. Пожалуйста, хорошенько отдохните. А спустя некоторое время дочь вернется домой, чтобы извиниться перед вами. И тогда мы сможем болтать днями и ночами. Принцесса. Все сделано? Докладываю принцессе. Список был нанесен на спину куртизанки из борделя. Я его уничтожил. Не ожидала такого от Пяуда. К счастью, мы успели подготовиться. Иначе я бы угодила в лапы уголовной палаты. Нашим людям здесь больше не грозит разоблачение. Принцесса, будьте уверены. Где, черт возьми, этот список? Жена! Жена! Муж мой, не торопись. Быстренько. Давай, поторопись. Жена. Ну давай. Ты кто? Говори. Кто ты? Говори, кто? Принцесса, ваш старый слуга опоздал. Как вы? Я все обыскала. Списка у него нет. Игла действует мгновенно. Хотите верьте, хотите нет. Сюда кто-то идет. Господин Ло, уходите. Я разберусь. Хорошо. Будьте осторожны.
Принцесса, принц Нань приказал искать вас по всему городу. Прошу, подумайте, как сбежать. Я не собираюсь уходить. Теперь нашим людям ничего не угрожает. Если им нужен кто-то, с кем они хотят разобраться, как принцесса, я буду готова. Я всех обманула. Я сдамся. Принцесса, не вздумайте. Неважно, каковы будут последствия, ваш старый слуга готов взять на себя ответственность. Господин Ло, вы сделали достаточно. Чтобы закрепиться в этой стране, вы перенесли унижение и отказались от семьи, пренебрегли достоинством. Вы столько лет несли этот позор. Как долго еще Вань-Вань будет в неведении? Мне не стыдно за то, что я прожил свою жизнь. Я виноват только перед Вань-Вань. Господин Ло, я обеспечу вам отъезд. Возвращайтесь в Синь-Ло. Спасибо, ваше высочество. Но теперь я сильно далек от Синь-Ло. Очень. Ваш министр стар. Я слишком давно здесь живу. И уже забыл дорогу домой. Мне некуда возвращаться. Я прошу вас передать письмо Вань-Вань. Принцесса, ваш старый министр надеется, что в будущем, что бы ни случилось, вы сможете защитить мою дочь. В этих записях указаны лишь деяния министра Ло после его брака. Почему раньше о нем ничего не известно? Почему именно в тот момент он появился в поместье принца? И почему потерял сознание? Субтитры сделал DimaTorzok.